so desperate on my own, my knees to break. Вот удар поворотом и перекладина спасает сейчас Барселону вместе с Терстегеном, конечно же. А вот этот удар уже Винцеля никуда. Это зона подбора. Удара за штрафной. Каспер Шмейкер, кажется, взлетел еще в этот угол до удара. И спасение от датского. Продолжается удар Роберта Левандовского и великолепно действует Одиссеанс. Coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester. Side, red shirts in the middle. Oh, Courtois with a save to deny Neil Taylor. Not done yet. Mernius. Шахтовую площадь, удар поворотом, красиво! Браво, Петр Чех, браво, Стивен Джерард. Супер эпизод. Terrific reaction save from Mingala. That is a really good ball in. Просто назад хороший бросок, то есть попал в мячку. И удар завершает лоба. Это почти вот. Подача на чудар Карима Бензема и облак! Облак выручает, вторая волна атаки у Мадрида! Here's Dominic Cajuru! What a save! Kasper Schmeichel has come up with so many big saves in this campaign, and that is just added to an ever-growing. All you can do is play the game. Удар! И Куртуа! Выручает, не, может быть, и не самым сильным получился. Слимани уходит, и Нойер подкатит, что твой защитник ставит ногу и первый в матче угловой. Вот тут как сегодня собирается действовать команда Алжир. И вот момент. Прекрасный! Что творит сегодня Винди? Как он реагирует на этот удар? Просто против. Вот это же удар, страшный удар, и не забивает Кавани. Не забивает. Вот так вот. Попал. Томас Крикуэта. Еще один удар. И самый девятки Куртуа тащит мяч. Ромало пока атакует Порту. И вот это, конечно, Мануэль Ноэ. Фантастика, как он успел среагировать. Сходу бил Эррера после очень хорошего. Но вот он мяч. И Лего! Вот это все! Сейчас удар в створ! Фу-фу! Вы сказали, это второй слог, все! Передача и подбор, и удар, и в перекладину влепил этот мяч Мартен Терье. Вот так они умеют бить. Подача Коста! Ух ты! Трап выручил! Там, по-моему, был офсайд, на это намекают все. Но если офсайд... Снова после атакует и... Это уже... Штрафную, сброс, удар. И что-то феноменальное вытворяет Алисон. Просто потрясающе. Сейчас Эвертон. И тут еще и Гомеса Алисон обнимает. Феноменальный. Удар! Куртуа! Вполне
сохраняет. Отличная комбинация. Чуть было не забивает здесь Уверхэмптон. Шикарный перевод, конечно, от Адама Траоре. Рауль Хименес. Не первый его шанс. И здесь какая срезка, Баджик! Да! Может быть, несколько курьезным получился этот эпизод. Рикошет, отскок, Мендеш, браво! Вот это сыграл! Головой в падении! Шакири! Ой-ой-ой, ошибается Ховард на добивании! На добивании был Эдер, и Ховард свою ошибку тут же исправил блистательнейшим образом. Надо забивать! Вот это Борус! Вот это, я понимаю, вратарская игра. А что сейчас? Вот и выручил. А вот теперь еще раз выручил. Причем второй удар как будто бы даже от своего игрока летел. Но атака Арсенала продолжается. Удивительное дело. Арсенал словно боксер, зажимающий своего зала. Попадает порой стенка и блистательно играет Рожери Усенин, отражая великолепный удар Стива Джерарда. Изо всех сил соперника это положение вне игры, но даже из офсайда не пропускает номер от Кильяна Мбаппе. Ну что за скала, а? Все-таки не левша, Касорла! Что творит Субашич? Мяч сумасшедший тащит! Кто бил? Кто бил? Это Оливье Жиру! Вот штрафную, на линию вратарскую, какой сейв! Совершает круг! Еще вот момент, удар! До Петерстегена еще одна попытка, и снова Терстеген! Закрываете этот матч, или все-таки нет? Гимбериша бьет в дальний, Нойер, и опять Нойер!